Здравствуйте, дорогие мои! Рад приветствовать вас на канале. Если вы впервые, я вам рекомендую подписаться, чтобы не пропускать все самое интересное. Итак, давайте сьогодні порозмовляємо з цими недолюдьми, які живуть на болотах. Можливо, якась буде добра розмова з ними, не знаю. Все це буде видно. Порозмовляємо з цією худобою. Да? Можливо, буде цікаво. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо те, що ви будете бачити. Це дуже важливо, щоб я розумів, в якому напрямці нам іти. Також не забуваємо про канал Амонра. Це наш канал. Будь ласка, підходимо до нього, дивимося, коментуємо, також ставимо лайки і коментуємо те, що ви бачили. Якщо вам сподобалось і ви маєте бажання підтримати канал, будь ласка, заходимо в опис і там бачимо всі посилання, які є. Закликаю вас, якщо буде така можливість, підписатися на Патреон. Паїна, дякую, що приєдналися до нас. Дуже дякую. Ну що, йдемо далі. Йдемо розмовляти з цією худобою. Можливо, щось у нас буде добре. Паїна, якщо буде бажання, можете підписатися на Патреон. Буду дуже задоволений, якщо ви будете підписані на Патреон. Посилання в описі до відео. Ну що, полетіли. Добрий вечір. Здрасте. Какой область? Я из города, я не из области. Я из города, я не из области. Я в области не живу, я живу в городе. Городе? Да, город. Город Киев. Да, а вы откуда? Красный город. Луганская область. Город какой? Сахана. Как там? Знаете, слышал? Слава Богу. Угу. Слава Богу, что? Слава Богу, что все нормально. Прилетает? Рог отошел. Да не, но сейчас уже нет. Вы же понимаете, как только сейчас Конгресс выйдет из отпуска, процентов на 95-97, что будет подписано о выделении Украине, Тайваню и кому там третью, Израилю, это помощь. Но начнет двигаться все немножко в другую сторону, я думаю. Как вы думаете, будет такое или нет? Не будет, нет что. Выделена помощь или фронт не начнет двигаться? Нет, я насчет помощи, ну, у меня такое двоякое. Ну, выделят помощь, значит, выделят помощь, значит, чуть дольше затянется этот конфликт. Конфликт, не война? Если выделят помощь, то, соответственно, он быстрее закончится. Конфликт или война? Конфликт. Угу. То есть, когда участвуют два государства на уровне своих армий, военные стреляют с танков, самолетов, это конфликт, это не война. Вот смотрите, вот о чем вы говорите, война, вот вы находитесь в Киеве. Так. У вас Верховная Рада собирается, все нормально, правильно? Да. Зеленский катается, если да. Война, и вы сами, ну, как... мужчина рассуждающий, да, понимаете о том, что Киева вообще просто не было, если была война, не было. Это если бы не было патриотов. Если бы не было патриотов, тогда, возможно, ракеты бы долетали бы. А так, если бы не было бы патриотов, тогда, возможно, ракеты бы долетали бы. А так как есть защита... Да даже патриоты, какая защита? Ну, господи, ну, вы взрослый мужчина, да? Да. И понимаете о том, что, ну, сейчас вот так вот в течение пару суток, вот, даже, ну, там, одни сутки, в течение 200 снарядов, которые прилетят в Киев, вы думаете... А вы думаете, у России есть 200 снарядов на единоразовый полет? Я дико сомневаюсь. А? Я дико сомневаюсь, что Россия может запустить порядка 200 снарядов за один раз. Может запустить. Не может запустить. И даже его... Могла бы запустить, запустила бы. Она запускает в районе сколько, 90 с чем-то снарядов. Почему вот так вот и все вещают? Там, война, война. Ну то, что все живут в Киеве, вот у меня кумовья в Киеве живут на Оболонке. И они нормально, Оболонский район, знаете, да? В курсе. Вот, да. Нормально, ну, работают, все нормально. Потому что защита стоит Патриот. Да. Патриот стоит. Защита хорошая стоит. Защита, и не только Патриот. Вы, ну, можете понять, в течение вот этого всего времени Владимир Владимирович просто играет. Серьезно? А когда он перестанет играться? Серьезно. Вот мне просто интересно посмотреть, когда он перестанет играться. Когда он перестанет играться. Да, мне просто интересно. Это после того, когда дойдет до чего? Тернополя. Ой, я дико сомневаюсь, учитывая все то, что происходит, учитывая, что этот заднеприводный Вагнер пытался идти на Москву, так Путин сел в самолетик и быстренько вылетел на Валдай. Что ж такое случилось? Очканул того сраного военного, которого завалили в самолете вместе с Уткиным? Что ж очко так сыграло? Так пускай перестает уже играться. Вы живете вот в стране, да? Естественно. Мы живем, вернее, жили в одной стране, в Украине, да? И смотрите, то, что происходит в течение с 14 года по 22 год, в Украине происходило что? АТО, правильно? Да, антитеррористическая операция. Хотя надо было на самом деле немножко по-другому ее делать, но есть как есть. Да, антитеррористическая операция. Вот смотрите, были такие моменты насчет Донецкого аэропорта, да? Вот сколько его, кстати, брали? По времени, сколько Донецкий аэропорт брали? Когда перекрытие уже. Завалило их бетонными перекрытиями. Киборгов. Завалило бетонными перекрытиями. Потому что стены не выдержали. Стены не выдержали, учитывая то количество снарядов, которые... А что вы меня перебиваете постоянно? Давайте я вам скажу. Стены не выдержали, учитывая то количество бомбардировок, которые Россия производила по аэропорту. Люди выдержали, стены не выдержали. Вы разбомбили в аэропорт, которые защищали аэропорт. Аэропорт киборги? Конечно. А кто там защищал? Киборги, да? Правильно, потому что очень долго Россия не смогла этот аэропорт взять. Может, потому что не было уже что защищать? Почему нет? Может, не было что уже защищать? Нет, было. Серьезно? Разрушенное здание надо было защищать дальше, учитывая то количество бомб, которые скидывали. Что да? Конечно. Что конечно? Да, защищать. Защищать, конечно, защищать. То есть в прямое боевое столкновение российские войска не могут идти, они могут только сбрасывать бомбы, заваливая авиабомбами какие-либо точки, там где находятся солдаты с автоматами, там пулеметами. Я правильно понимаю? Вот это вся хваленая русская мощь. Причем Нет, причем, а при чем здесь российские войска? А там российских войск не было, да? Может, шахтеры там были на танках? Нет. А кто? Нет. Так а кто же был? Российских войск там нет. Не было российских войск. А с кем же тогда воины в аэропорту воевали? С ополченцами. С ополченцами. Боже, как прекрасно. Ополченцы научились. То есть всю жизнь человек работал в шахте, или там в магазине, или водителем, а тут научился и на САО работать, и на танке работать, и на граде. Прям угу. Эти сказки можно послушать с телевизора русского. Что еще расскажете сказочного? А давайте спросим, какие российские войска, вот даже будет интересно. Не-не, так не будет. Нет. Давайте мы послушаем. Да. Секунду. Какие российские войска штурмовали Донецкий аэропорт? Стоп, сорвалось. Какие войска Российской Федерации штурмовали Донецкий аэропорт? Аэропорт контролировала украинская 93-я бригада и волонтерские батальоны. Силы РФ регулярно обстреливали позиции обороняющимся из Донецка, в том числе, чтобы вызвать ответный огонь и вызвать ненависть к украинским силам среди гражданского населения, остававшихся в Донецке. Мы сейчас заходим дальше в... Да, мы сейчас заходим в Википедию. Да, конечно. Значит, что у нас там был? Аэропорт Донецк, поселки Пески, Спартак, Веселая, город Авдеевка, Донецкая область. Значит, командующие с той стороны. Первое написано Арсен Павлов, Моторола. Арсен Павлов у нас житель какой страны на тот момент был? Просто так, для себя интересно. Россия. А что же он делал в Украине? Россия. Что он делал с той стороны? Из России пришел ополченец. Как он пересек границу, расскажите мне. Он... Не знаете, да? Я понял. ЧВК «Вагнер», которая штурмовала силы сторон, это откуда они пришли? Это... Да, ну просто интересно. Только начал. Угу. Вагнер только начал работать в 2022 году. Серьезно? А до этого не было его нигде? Википедия врет, правильно я понимаю? До этого... Википедия, говорю, врет, получается? Да без господи, я говорю, Википедия, получается, врет. Понос идет из Российской Федерации. Да, отвечайте. Сейчас вы задали конкретный вопрос, и вам ответил Google, нет, ответил вас. Российские войска, какие российские войска? Там бригады. Название? Оплот, Восток, Спарта, Сомали, ЧВК Вагнер и ДШРГ Русич. Я вам зачитал только что, кто работали, да. Ну, и где они теперь? И где они теперь? Ну, даже сейчас, мы вот даже с вами сейчас общаемся. И то, что вот, в Киеве вы находитесь, и вы говорите, у вас война. У вас войны никакой нет. Серьезно? А что тогда у нас? А что? Ребенок пришел и не смотрел. Так. Всем вітанечко. Будь ласка, підписуємося, ставимо лайк. Якщо є можливість, будь ласка, підписуємося, допомагаємо в розвитку каналу. Полетіли далі. Болеете? Здрасте. Я говорю, болеете? Да, простыл. Корона, надеюсь, нет? Или что-то другое? Ковид, блядь. Ковид. Это бывает. Бывает. Про что говорите в чат-рулетке? Про что говорите в чат-рулетке? Да ни о чем, блин. Кто что скажет, о чем вы в чат-рулетке говорят? Не знаю. Вроде, о чем говорит? Да ни о чем. Хоть про гитару, хоть про погоду. А потом в итоге все равно у нас есть этой политики. 100%. Возможно, что-то хотели спросить, узнать у меня. Возможно, у вас будет какой-то вопрос ко мне. Хотели вы спросить, узнать, что это? А, о, теперь понял. Потому что немножко вскрипит. У вас динамик, ну, наверное, в телефоне. Нет, особо-то нет, ну, возможно, откуда вы? Я из Украины, город Киев. А зачем вы в перчатках? Откуда? Да у меня рука ушиблена, я тут это, мне мать. Я понял. Город Киев, я вам сказал. Город Киев. А вы откуда? Город Крым. Я взрослый мужик, спокойно его спрашиваю, несет ахинею. С какого вы города? Еще раз прошу. Что у меня? Откуда вы? С какого города? Город Крым. Блять, ну вроде же взрослый человек. Зачем из себя строить дурачка? Дурачка? Ну да. Ой, дурачка. Потому что такого города нету. Как нету? Как вам кверху? А я что сказал, город? Конечно. Я же спросил 2 раза. А с какого города? Не город. Я говорил, Республика Крым. Угу. А может, все-таки Ленинградская область? Нет, Российская Федерация. Республика Крым. Временно оккупированная территория. Это первое. Второе, что я так думаю, что вы находитесь в Ленинградской области, возможно, в каком-то засранске, типа села какое-то, типа как Бугры. Знаете такой городок? Почему? Нет, давайте за республику поговорим. А, временно оккупированная. А за что он? Окей. За что? За что на Российскую Федерацию была повешена одна из первых санкций применена? Да какие санкции, они не работают? Серьезно? Прям серьезно не работают? Да мне интересно, они не работают. Не работают. Ты мне лучше скажи, почему Республика Крым оккупирована? Аннексирована и оккупирована Российской Федерацией. Я же сказал. Да, я же сказал. Российская Федерация в 2014 году. Проведен лже-референдум. Все как Судеты. Дурак твой отец, что не кончил на стену, а родил в твою, блядь, тупорылую, седую, тупую голову. Конченый. Еще раз, смотри, если ты не знаешь истории, так и признайся, я тебе расскажу. Если ты тупорылый не знаешь, если знаешь, то расскажи, в какой момент истории она принадлежала России. Давай, расскажи мне. Давай, Советский Союз развалился, в тот момент образовались 15 независимых государств. Конченый, нету той страны. Выкинь. Выкинь. Нам создал Ленин. Боже, как хорошо. Слава Богу, нашел конченого. Давай, давай, давай. Глаголь, дебил. Давай, Ленин создал Украину. Я слушаю. Давай. Вот ты никогда не задумался. Ты мне просто не говори фамилию, да? А скажи, на что она, ну, заканчивается. Ну, допустим, Енко. Еще раз, тупорылый, давай, расскажи мне эту сказку, когда Ленин создал Украину. Давай. Подожди, ты же меня начинаешь оскорблять. Тебя не оскорбляю, я тебе правду говорю. Ты сказал, что Ленин создал Украину. Оппонента, да? И начинаешь оскорблять. Ленин создал Украину, я слушаю. Тебя не оскорбляю. Я с тобой начал реально говорить. А ты начинаешь... Давай, я слушаю про Ленина. Соответственно, если я тупорылый, значит, просто у тебя нет что мне сказать. И поэтому у тебя начинается что? Злоба, бессилие. Ленин создал Украину. Я слушаю ответ. Давай. Да. Ну, короче, ладно. Так и на чем мы остановились? На том, что Ленин создал Украину. Ленин. Давай, про Ленина. убогий. Расскажи мне про Ленина. Ну ладно, подожди, ты меня опять оскорбляешь? Нет, я тебе правду в глаза говорю. А тебе же контент нужен, чувак. Убогий, давай, про Ленина, который создал Украину. А Польшу, там еще кого-то. Ты ответишь на мой вопрос, нет? Ты мне сказал год, 2014 год. И что здесь 2014 год? Чувак. Ты про Ленина не расскажешь, нет? Еще раз, смотри, я тебе задал вопрос, ты на него не можешь ответить. Если ты мне хочешь задать вопрос про 2014 год, я тебе расскажу. Рассказывать тебе или нет? Давай. Действия на Майдане, все. России не было и близко. Ты мне или про Ленина, или я тебе про захват Крыма. Про что будем говорить? Да как захват Крыма, если вы сами ушли из Крыма? Ни один же хер не пернул. Услышь меня еще раз. После того, как ваши войска зашли, мы про это говорим? Потому что знали, это смотри, убогий, еще раз давай. Мы говорим про аннексию Крыма или про тот бред, который ты сказал про Ленина? Давай, про что именно будем говорить? Ну, про Ленина или про 14 год? Смотри, документы же есть. До 17-го года страны Украины не было в мире. А где она была? Вообще. А Богдан Хмельницкий, Скоропадько, это где они были? Вообще. Были Богдан Хмельницкий, Скоропадько, где? Еще раз. Малоросы и белорусы. А где тогда Россия была? Еще раз, убогий. Где были Богдан Хмельницкий, Скоропадько, Пилип Орлик? Где они были, если Украины не было? А? Слушай, а может давай еще туда, в Ипатиевскую летопись? Какой год Ипатиевская летопись писала? Не Ипатиевская, не Ипатиевская. А чего так? Нет, давай Ипатиевская летопись. В каком году была написана Ипатиевская летопись? А? Убогий, лысый, убогий черт. Когда была написана Ипатиевская летопись? А? Что ж ты с открытым ртом лежишь и не знаешь? Давай, ну, рожай. Зависло, да? О, сейчас мы узнаем. Датируется концом 1420 года. Представляете? Как же так? Все, да? Ты подзавис. Ну, выключаем. Значит, это так называемая Киевская летопись, да? Памятник истории и литературы, составная часть Ипатьевского списка, является продолжением повести временных лет, предшествует Галицко-Волынской летописи и охватывает события 1118-1200 годов. Представляете? Текст упорядочил в 1200 году игумен Выдубицкого монастыря в Киеве. Так не было же Украины, ежики. Представляете, как так? Как так? Так, одну секундочку, пожалуйста. Ну что, полетели дальше. Привет. Не слышно вас вообще. Сочувствую. О, сейчас прорвался звук. Сочувствовать мне не нужно. У меня нормальные колонки, микрофон. Поэтому сочувствие мне от вас, ну, как бы, вообще. Сколько стоит? Кто именно? Микрофон, по-моему. Микрофон чуть-чуть больше, чем $150. Колонки в районе $200–250. Нормально или? А? Да, точно сочувствую. В чем именно? У вас микрофон дороже? Да, есть такой. Какая модель микрофона? Это в ноутбуке. Микрофон в ноутбуке будет дороже, чем HyperX. Прикольно. А что за ноутбук? Дороже, чем HyperX. Угу. Представляете? Есть ноутбуки не только за 100 рублей. Ну, на России, возможно, да. На России всякое было. Ну, естественно. Я не знаю, как там на России, а у нас в Норвегии, да. Угу. Как давно в Норвегии вы? Достаточно. У вас будет какой-то вопрос ко мне? Замечательно. Как говорят, живите долго, но несчастливо. Давай. В ноутбуке? В ноутбуке. Микрофон дороже, чем HyperX. Прикольно. Это даже очень смешно. Здорово, блин. Не, да это хуй стидает. Не, а, здорово, брат, как жить? Это три пидора гея собрались и пытаются что-то пиздануть мне? Да, борода? Смотри, блядь. Беззубый хуй пытается что-то поржать. Так, одну секунду. Мне надо сделать одно маленькое действие. Одно маленькое действие. Сейчас, дорогие мои. Полсекунды срочно нужно. Сюда. Так, полетели. Надо было отправить одну штуку. Здрасте. Привет. Говори. Как звать вас? Гавриил. А тебя? Как? Гавриил. А тебя? Даниил вас звать? Гавриил. Гавриил. Алексей. Алексей, замечательно. Где Алексей живет? На юге. Башкортостан? Нет, зачем? Это что, Башкортостан это юг, что ли? Да я же не знаю, мне так показалось, что ты где-то там в районе Уфы, наверное, где-то там. Ну, я могу жить, понимаете, у нас в России как получается. Я могу жить на юге. А, допустим, в Башкортостане я могу на учебе быть. Может быть, конечно. Быть. Все, что хочешь, может быть. Хорошо, какой у тебя вопрос есть? Понятно. Что ты хотел спросить, может, узнать? У меня никакого еще собеседника адекватного, к сожалению, пока еще ни одного не нашел. А что так? Ругаются сильно? Да нет, не ругаются, просто то пьяные, то непонятно чем-то, дети-то еще кто-нибудь, короче, такая вот беда. Так не выбирай Россию, выбери другую страну. Что-что? Не выбирай Россию, выбирай другую страну. Там будет, значит, меньше пьяных и неадекватных. Я ж не Россию выбрал, я Украину выбрал. Да, и там пьяные дети, да? Еще раз? Там пьяные дети, ну, короче, беда-беда огорчение. Ну да. Что хотел ты спросить у них? Ваша. Почему у вас дети такие балованные? То есть они тебя просто на 3 буквы посылают постоянно, да? Нет, а как? Нет. Зачем? А в чем баловство? Ну, зачем вы сразу скрываете? А в чем баловство? В чем баловство? В чем баловство? Ха-ха-хи-хи. Там я говорю, давайте поговорим, о чем вам там в школе рассказывают. Ха-ха-хи-хи, трубку бросают. Ты с детьми хочешь поговорить? А что тебе хочется узнать у них? У детей. Вообще, как у вас там дела? Война, вы обстреливаете, дети гибнут, взрослые гибнут от ваших ракет. Ну, как бы так, да. Прикинь. А в Донецке, когда вы обстреливали, дети, боже мой, я так и ждал, когда будет, когда скажут 8 лет бомбили Бомбас. Вот это прям ждал, когда ты скажешь. Наконец-то. Какое количество за 8 лет погибло людей? Какое количество людей погибло за 8 лет? Сколько? Мирных. Ну скажи мне ты. Сколько? Ты же мне сейчас сказал, давай что там... Давай загуглим. Давай, возьми телефон, загугли. Не, давай. У тебя планшет есть там? Не, у меня планшета, я не пользуюсь планшетом. Ну, компьютер, может, у тебя там рядом есть, нет? Телефон есть. А у тебя есть что-то? Ну, у меня планшет есть, да, но она разрядки стоит. Беда, давай. Давай, посмеемся, давай. Поехали. Сколько лет? Ой, лет говорю. Что лет? Хуйся. Только без матов. Хуйся, ты же можешь давай. Без матов. Ладно, извиняюсь, сколько человек погибло в Донецкой, Луганской, в Луганской, Донецкой области за 2014-2022 год. Так, упс. По данным Управления Верховного комиссара ООН, ну это бесполезная организация, но тем не менее, да? На 31 декабря 2021 года в ходе конфликта, понимаете, не войны, а конфликта на Украине, видишь, все пишет ру какой-то сраный, значит, погибло от 14 200 до 14 400 человек, из них не менее 3404 гражданских лиц, около 4400 украинских военных и примерно 6500 пророссийских сепаратистов. Представляете, вот такое. Так, ну что, это как-то не идет. Ну, возможно, должно пойти. Не знаю, ну полетели дальше. Привет. Привет. Как дела? Хорошо, спасибо. Сама откуда вы? Украина. А ты откуда? Ukraine, yes, I'm from Ukraine. Where are you from? Да. Афганистан. Ты в Афганистане сейчас или где-то в другом месте? В Афганистане. Кандагар. Я понял. Кандагар. Я понял. У меня была иллюзия, что ты где-то в другом месте. Как у вас там в Афганистане? Мой человеческий пирог. Окей. Нормально, неплохо. Где ты русский язык выучил? В Украине? Да, я в Украине. В Ютубе. У меня есть друзья русские, девушка русская. Я понял. Хорошо. Возможно, у тебя будет какой-то вопрос, что-то хочешь спросить, узнать у меня? Давай. Спрашивай. Окей, you question for me. You question. Пять. Why? Почему? Что, о чем я говорю? Ты хотел бы что-то узнать или спросить у меня? Или про что-то поговорить со мной? Да? Говорили с тобой. Да. Спрашивай. Что вы хотите? О чем вы хотите сказать? Listen me, please. You speak English now? You speak? Нет. Нет, ты не поговоришь. Я спросил, хочешь ли ты что-то спросить у меня? Ты у меня спросить что-то хочешь? Спроси, это не знает. Как дела? Как живешь? Почему Россия убийцы? Когда Путин сдохнет? Какой-то вопрос. Вопрос. Ты вопрос мне. Ты вопрос мне. Это я не хочу это знать. Я за мир. Я не за войну. Ага. А Путин убийца? Я за... Путин убийца? Путин трахает Байдена. Не, вряд ли. Путин сосет у Байдена. Да. Да. Ну, да. Это правда. Какое же оно тупое. Это капец какой-то. Здравствуйте. Здрасте. Вы классно следите? Нет, спокойно отношусь. Не просто обои. Какой-нибудь влечение, например, к фильму «Марсианин». Просто обои в комнате. Понял, понял. Вы думаете, это могла бы быть более или менее правдивая история, когда человека оставляют на чужой планете и он там выживает в течение многого количества времени? Ну, знаю, бред стопроцентный. Ну, сказка. Аладдин, например, да. Или, может быть, 40 разбойников. Там, да. Это стопроцентная сказка. Да. Да. Вы откуда? Я с Донецка, с России. А вы откуда? Донецк, Россия? С каких пор он стал Россией? Еще раз. С каких пор Донецк стал Россией? 14-го года. А, когда оккупировали, да? Когда его оккупировали, я понял. Когда его оккупировали, я понял. Да. А как давно вы из Свердловской области приехали в Донецк? Я родился в Донецке, а почему не могу сейчас рассказать о том, что я родился в Донецке? Можете, конечно, чего же не можете. Напомните, что обозначает этот самый домовина, что такое слово украинское какое-то? А я не знаю, просто мне было мало лет. Мало лет. Угу. Уехал откуда? Откуда? Из Донецка. Угу. В каком году? Допрос какой-то? Не, боже сбавь, какой допрос? Смотрю, как бы человек... Вы можете лампу истить тогда мне в камеру, я буду чувствовать себя... Какой-то молодой человек, который рассказывает мне... демократические, по-американски. Какой-то бред рассказывает со Свердловой... Еще раз, я говорю, вы можете взять лампу истить мне в камеру? На меня, чтобы я чувствовал себя более свободным от американской демократии. Угу. Смешно, прям обосраться от смеха можно. Что хорошего сделала Россия в Донецкой и Луганской области? В каком, кстати, городе? Она от кого защитила? Защитила нас от ВСУ, от обстрелов. От обстрелов. Да. Как много людей погибло за 8 лет? Ну, когда рассказывают, что 8 лет бомбили Бомбас. Какой 9 лет бомбили Бомбас. Вы живете в прошлом или как? 9 лет бомбили Бомбас. Какое количество людей погибло в Донецкой и Луганской области? Ну, разные цифры, мне кажется, больше, например, где-нибудь больше 10 тысяч погибло. Угу. А какое количество погибло в Мариуполе, когда Российская Федерация обстреливала? Ну, приблизительно. Сколько ВСУшников погибло при обстреле Мариуполя? Вы мне можете сказать за мирных людей? Вы можете? Тоже, вот я, вы мне вопрос задали, теперь моя очередь. Сколько ВСУшников погибло? Очень много. Очень много. Учитывая, что каждый из них защищал этот город от орков, которые пришли из России. Интересно. Интересно. Какое количество людей погибло мирного населения в Мариуполе после 22 года, когда его начала обстреливать Российская Федерация? Российская Федерация обстреливала только склады, а дома... Драмтеатр, это там склад чего-то был? Там, где на крыше даже было написано «люди». Еды, там склад бронетехники какой-нибудь. Или такое под Мариуполем не находилось? В драмтеатре находились склады? Правильно? Ну, в театре могли находиться... В драмтеатре, куда скидывали авиабомбы, что находилось? В театре могли стоять... Не могли, еще раз, что находилось там? Я еще раз говорю, вы меня не хотите слушать или что? Нет, вы мне рассказываете, что там могли находиться склады с оружием или с едой. А как же видео, которое люди передавали? А видео из драмтеатра, когда его начали бомбить? Да? А да. Где ты видел? В Ютубе можете посмотреть. Где? Его туда скинули. Куда вы скинули мне видео? На почту? В Ютубе, говорю, и есть видео людей, которые были на тот момент в драмтеатре. Там было 400 человек. На чью сторону стал? Новая Зеландия. Еще раз. Новая Зеландия, Нью-Зеланд. Я говорю, на какую сторону Ютуб стал? Новая Зеландия, сторона Новой Зеландии. На сторону Новой Зеландии стал. Ага. А я стал на сторону кенгуру. Ну, это видно по интеллекту. Чего? Это видно по интеллекту. Ага. Ну, по-вашему тоже. Аргументируй. Ну, смотрите, вот, YouTube стал на сторону Украины, поэтому он блокирует российские видео. Ага. YouTube блокирует российские видео. Какие именно российские видео он блокирует? Почти все именно связаны с политикой. Даже блокируют YouTube каналы. Кого? Каналов телевизии. Какие именно? Ну, первый канал заблокировал Россию-1, например. Может, они их признали просто ну, типа не политкорректными, когда которых. Еще раз, услышьте меня. Справедливость, это где каждый может рассказать свое мнение, это вот это, да? Это тот момент, когда надо было, наверное, еще и каналы ИГИЛ показывать, да? Да, это же нормально, это же у нас честность. Да, давайте транслировать ИГИЛ. О, замечательно, я думаю, когда же тебя порвет, россиянин? Ты никогда не был и никогда не будешь на территории Украины. Если ты на территории Украины, аргументируй, покажи украинский паспорт, не нужно его открывать. Просто покажи украинский. Конечно, порвал. Ну, конечно же. Все вы рассказываете одну и ту же сказку. Мы порвали. Находясь в Свердловской области, он мне будет рассказывать, что он в Донецке. В каком районе города Донецк ты проживал? Я жил в центре. В центре, да, естественно. В центре. Я жил в центре, конечно. Ну да. Там на улице Университетская. Хуяецкая ты жил. В Свердловской области ты живешь. Сейчас, да, что? Тебя напрягает это? Не, мне глубоко насрать, где ты сдохнешь. А я думаю, ты уже глубоко насрать, где ты сейчас находишься. Я думаю, ты уже все слышишь от этой информации. Ну, глубоко насрать, еще раз говорю. Да. Где, в какой яме ты сдохнешь? Рассказывай про то, что ты паспорт типа порвал. У тебя его никогда не было. Вот это весело. Ну, ничего страшного. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Да. Как ты думаешь, кто победит? Ну вот так, если отстраниться, что ты убежал из Украины на Россию, и то, что я сейчас живу в Украине. Ну вот если... И что? Расскажи мне, пожалуйста, я к тебе задаю вопрос. У тебя на России, к тебе вопрос. Люди сами хотят воевать? Расскажи мне. Услышь, пожалуйста, мой вопрос. Нет, ты мне скажи, чтобы победить Украину. Сначала мой вопрос, потом твой вопрос. Я тебе ответил, что победить. Ты не ответил. В чем проблема? Теперь Хорошо, давай твой вопрос. Если ты ответил, хорошо, давай твой вопрос. Давай. Вот смотри, чтобы победила Украина, надо на территории Украины провести там мобилизацию. И не нужна мобилизация. Еще раз, мобилизация не нужна. Нужно достаточно военное присутствие вооруженных... Не, Франция это ерунда. Количество... Польша. Ну ты услышишь ответ. Вооружение, которое сейчас будет принято после Пасхи, и все будет хорошо. Да, в Америке парламентарии сказали, что они примут решение. 6 часов оружие привезут, и... Нет, оно уже находится, я думаю, на сопредельной территории. Так аргументируй мне, пожалуйста. Нет, теперь я тебе задаю вопрос. Я тебе задаю вопрос. Нет, так идет. Не, так это не работает. Теперь я задаю тебе вопрос. Аргументируй, почему это болото, которое называется Россия, теоретически должно победить. Почему? Какие предпосылки к этому есть? Ну, я предпосылки к тому, что в Украине остались еще нормальные челики, которые все-таки не пропитаны злостью, не пропитаны ненавистью, не пропитаны хохлядской пропагандой. Кацап, я тебе задал обычный, прямой, нормальный вопрос. Аргументируй. Тебе не нравится мой ответ, ты меня перебиваешь или что? Я тебя не перебиваю, я тебе говорю таким же тоном и ты. Кацап, аргументируй, по какой причине Россия возможность и будет иметь победить в этой войне. А то есть я причин нет? Я у тебя спрашиваю, какое твое мнение? А ты мне скажи, пожалуйста, по-братски, почему Украина... Ты мне не брат. Чем? Ты мне не брат. А? Ты что, глухой или что? Ты постоянно мне акаешь. У меня оптика стоит, так что оно не может быть плохое. А вот у тебя в Свердловской области, в твоем засранске, возможно, все. Так, вопрос. Какая причина может быть твоего ответа? Давай, по выигрышу. Моего ответа? Выигрыш Российской Федерации. Я еще раз тебе говорю. Вот смотри, контрнаступ удался Украины? Он еще не начинался. Он еще не начинался? Нет, ничего не начинался. Был один, который когда... Не перебивай. Ты не слышишь ответ. Кацап, закрой спермоприемники и послушай ответ. Итак, слушаешь внимательно, да? Значит, один был наступление, это когда Кацапнюксю выгнали из Киевской, Херсонской, там вот этих всех областей. Второго не было. Ты не слышишь. Хер со рта вынимаешь с ушей, чистишь уши и будешь слышать. Я говорю, второго наступления Украина не производила. Какого наступления? Было первое наступление? Типа, да, когда с Херсона с санными тряпками выгнали. С Киевской, Сумской, с Харьковской области. А ты помнишь, как поклятские новости такие говорили? Вот. Кацап, а ты можешь употреблять более приятную лексику? Или в твоем спермоприемнике только такое есть? То есть, типа, когда ты меня обзываешь, это приятно, когда я не могу тебя назвать. Я на твои приятно, обзывания говорю, что ты кацапюра. Еще раз, ты опять не слышишь. Я повторяю, ты глухонемая, глухая тетеря. Услышал? Просто повтори. Так я ж повторил тебе. Ну, ты глухой, у которого херовый интернет. Угу. Услышал? Да. Замечательно. Вопрос-то какой был? Вопроса не было. Я ответил тебе на второе наступление. Его это не как, было. Это. Будет в июле контрнаступ идет. Не было еще. Ой. Боже, какой же оно тупорылое. Смотри, глухонемой. Ну, реально неинтересно. Я думал, будет какой-то продуктивный, ну, типа разговор. По факту, животное с тобой неинтересно по причине того, что ты не вывозишь. Ну, реально не вывозишь. Поэтому выставить я тебя, конечно, выставлю, но реально неинтересно. Ты сидящего в Свердловской области, где-то в Мухосранске, типа Екатеринбурга, пытаешься мне что-то рассказать. Давай, в сторону русского корабля, вот этого, как его, этого болота, которое... А, крейсер Москва. Крейсер Москва, все, давай. Ну, прям... Слушайте, как-то одномоментно я увидел, там у нас прям народ пришел, прям вот так прям хорошо, а потом они куда-то все ушли. Ну, блин, жалко, так хотелось, чтобы все они остались. Там было бы интересно. Повисели бы они там хотя бы час. Привет. А что говорите? Про разное. Ты что-то хотел? Про разное. С разными про разное. Ну, например, о танковой технике вы говорите? О танковой технике? Ну, разбираетесь, да, в танках. Ты разбираешься в танках? Да. Серьезно? Я по таким говорю, с людьми общаюсь. Нифига себе. А какой хороший танк? Но я более-менее углублен в эту тему. Я понял. Какой хороший танк есть в Российской Федерации? Какое название? Самый, имеется в виду, продвинутый? Которые есть на серийном производстве, которые сейчас хорошо участвуют в войне. Ну, я думаю, по этой параметру заходит Т-90М. Угу. Горят хорошо или нет? Так же, как и абрамсы. Достаточно хорошо. А абрамсы есть уже в Украине? Вы не видели фото? Прям горящих абрамсов? Да. Нет, горящих абрамсов не видел. То, ну, что какое-то количество их есть, да. А то, что вы они... на какой канал подписка, простите, что перебил? На разные. Ну, какой самый популярный из них? Хунта Киев. Вряд ли он будет. Я поищу, пока вы говорите, что хотели сказать. Маленький канал, там, я не знаю, ерунда подписчиков. Ну, понимаете, крестоносцы вряд ли будут после этого. Русские будут. Как и наши. Русские будут, да? Разумеется, это же какая победа. Да, конечно. Подпалили Абрамс. Хотя, это же война. Но они в теории должны были как когда-то, в какой-то период времени загореться. Ну, это же как бы логично. Я скажу так, горят все танки. 100%. Тем более в нынешних военных конфликтах. Так как эта война одна из самых новаторских, которая была. Да. В начале войны вообще никто не понимал, да и как себя вести на поле боя. Потому что нету инструктора, ну, нету понимания того, в какое время происходят все эти сражения. Я скажу так, у НАТО в основе есть директивы ведения боевых действий. Главный параметр в них – это преобладание в воздухе. Когда они где-то на Ближнем Востоке побили, у них, господи, там, блядь, на пикапе с пушкой ездит, о чем речь? Ну, там прям просто в воздухе, там все просто… О, слушайте, хорошо, что вы этот самый… На нынешних военных конфликтах вы давно видели самолеты в небе? Я нет. Потому что сейчас почти все небо закрыто, как и с нашей, так и с вашей стороны. Тоже ПВО, которые сбивают любой подлетающий объект. И даже тот, кто не подлетает, но сбивает. Ну, да, А-50 и все остальные, да. Наш самолет, который... Да, РЛС, А-50, их там... Знаете, а сколько их сбили, кстати, уже, по вашим данным? В районе 2, я не ошибаюсь. Чуть больше 3. Они подлетают обычно, их много. Чуть больше 3. Чуть больше 3, если не ошибаюсь. Ну, нашел, удивительно. Это первый. Я думаю, вы будете вряд ли спорить, что это Украина. На Пески не похоже. Я не знаю, Украина... Спорить не будете. Возможно, это Абрамс, возможно, не Абрамс. Это по гусеницам, по орудию, по маске орудия, по башне, понятно. Ага. Ну, хорошо. А какое количество, интересно, Абрамсов уже, по вашим данным? Там, не знаю. Ну, приблизительно. 1, 2, 3, их 10. На поле боя их мало, я не знаю. Как минимум 2. Пускай 2, хорошо. Ну, как минимум 2. Нет, не, ну хорошо. А какое количество 90-х эмок уже? До свидания. Намного больше. Я думаю, там в районе сотни, может быть. А себестоимость танков по стоимости? Образца много дороже. Да, порядок дороже. Ну, почти в 2 раза. Если ориентировочная стоимость. То есть 2... А если учитывать, простите, что перебил, эксплуатацию, Абрамс неудачная, у него двигатель говно. Нет, ну Абрамс не ваш, снаряды не ваши. А мотор другой, у вас таких нету. Мотор нехороший в обслуживании. Это все надо доставлять, это все чинить надо. Но это намного дороже оборудование. Даже не стоимость танка, а его оборудование. А учитывая то, что мы этим не занимаемся, а занимается... Да. Ну, мы же не платим за это. Нам это все очень дорого. Поэтому сейчас преимущественно с вашей стороны это Т-80 и Т-64. Я думаю, что... Старый, но эффективный танк. Я думаю, сейчас, когда будут предоставлены... Потом, если вам интересно. Очень светлое. Нужно экран сделать. Экран сделать это меньше из... Ну, цвет. Очень большая яркость. Не размер. Может, так будет виднее. Ну, так видно какой-то танчик. Бог его знает. Ну, не принципиально. Вопрос, что они могут быть сбиты. Да, могут. Я думаю, что очень сильно все поменяется, когда будет в небе F-16. Будет немножко веселее. Понимаете, а почему наших самолетов нет в небе, по вашему мнению? Потому что мы их сбиваем очень порядочно. А почему ваших нету? У вас такие же самолеты? У нас по факту их нету. То есть, если есть, то безумно малое количество. Нет, у вас они есть. Но проблема в том, что их тоже сбивают. Вы думаете, что Патриот самая лучшая установка, а это самая лучшая установка? Одна из лучших. Я не спорю, но F-16 не изменит поле боя. Если не я вам это говорю, говорят натовские эксперты. Ага, какие? Я загуглю, разумеется, по имени. Пожалуйста, конечно. Будет интересно, кто в НАТО сказал, что F-16 не изменит. Ну, как минимум, те, кто не за их постановлением вам. Они до сих пор не прибыли. Не прибыли, да? Понимаете, вам нужны эти. Вот, в основном по вам запускаются ракеты с самолетов дальнего действия. Ну, бомбардировщики. Но это не бомбардировщики, это другое стратегическое. Они это большие самолеты, летящие в дальнем расстоянии. Они за 1000 километров быстрее и развернулись обратно. Вам нужны эти самолеты. F-16, они взлетут и собьют все, не больше. Они единственное, что могут... Мне будет очень интересно посмотреть, когда в Украине будет немножко больше F-16, чем сейчас. Будет интересно. Я скажу так, F-16 не F-16, Су-30 не Су-30, Миг-19 не Миг-19, все собьют. Конечно, конечно. Небо закрыто, по сути, только ракеты сбивают, а ракеты летят намного быстрее и незаметнее, чем самолеты. Но количество в процентном отношении ракет сбитых очень хорошо. Больше 90-95% сбивается ракет. Я уже не говорю о том, что Миг-19... Это достаточно старый самолет, был сделан, который позже. И он лучше F-16, да? Разумеется. Конечно. Потому что, во-первых, он более новее. Очень. Боже, я так жду... 19 старейшая модель, которая не... Конечно, 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 да. Я так... Я прямо жду. Я прямо жду, знаете... которые быстрее, маневреннее и лучше... Все, замечательно, я же не против. Я очень жду, когда... Количество F-16 будет немножко больше, чем сейчас. Они это бедная парочка штучек. Ладно, не принципиально. Какой-то вопрос у вас будет? Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что из-за неналаженности логистики самолеты могут полетать 2 недели. А дальше куда они пойдут? Армии в такой срок закончится запчасти F-16, которые требуется заменить после некоторого количества сложного истребителя. Во-первых, да, это экономически сложно. Потому что это экономически это вообще не сложно. Вообще не сложно. Самолеты ВСУ отличаются от новых истребителей. Обслуживание тоже. Это же самая проблема Абрамса. Абрамсов они поставляют... Сначала я думал, что вам Абрамсов жалко, как леопарды. Сейчас же я думаю, что, скорее всего, это просто очень-очень дорого и невыгодно. Одно дело кинуть танки и забыть, другое дело кинуть танки, оснастить, отправить людей и экспериментировать. А если мы говорим про самолеты, это вообще другое дело. Самолет 1F-16 стоит несколько танков, Абрамс. Ну, самолеты намного дороже. А оборудование намного сложнее. После каждого полета надо делать замену деталей. Для этого нужно обучить людей. Так уже же обучены. Уже обучены. Уже обучены. В Великобритании уже закончили обучение. Оснащенные самолеты. Очень сильно помешайте свой взгляд. Хорошо. Микроскопа смотрите, смотрите обширнее. Эксплуатация самолета. Это очень дорого, очень дорого. Боже мой, так не мы же будем эксплуатировать. Да, и никто не говорит, что старый F-16. Старый F-16. Ну, относительно, вы знаете? Да, конечно, старая телега, еле-еле, дымит, летит и дымит. Я, давайте так, потому что ТУшник тоже старый, я же не говорю, что он плохой. Я Нет, говорю, вы сейчас утрируете и рассказываете мне... Вы утрируете мне и рассказываете, что то количество и качество, которое предоставляемого нам оборудование в виде самолетов, танков, это такое плевое дело для России. Так, а как же? Третий год войны. Куда вы продвинулись? Я объясню. Давай. Вам поставляют, я говорю, что у вас тоже у нас технику производят прям в стране, обслуживают ее специалисты, которые обслуживают ее уже давно, и они прям тут, они где-то там. Ага. У нас лазерное производство. Привел, обучил, поставил. У нас детали... Приехала, развалилась, производим дальше. Починил все. Конечно. Детали, а нас, если так все замечательно, почему... У нас, блядь, ну, без матов, без матов, пожалуйста. Пожалуйста. Не хотите верить. Я верю в то, что я вижу, и про то, что я читаю. Все то, что вы мне привели в примеры, не впечатлило ни на йоту. А оно не должно вас впечатлить. Вас должно напугать это. Что именно? То, что у вас на России делается... Проблема, которую мы сейчас видим, это то, что вам вообще не поставляют ни вооружение, ни технику. Поставляют в небольшом количестве. Поставляется оружие, но не в том количестве, в котором хочет Украина. Теперь в начале апреля уже есть, я надеюсь, практически гарантия, то, что будет подписан эти 60 миллиардов. Есть гарантия. Да. Подписан? Нет, еще. Кем будет подписан? Выдвинет этот Майк Пенс, или как его, который в парламенте у них подает эти новости. Причем здесь НАТО? Yes. Нижняя палата представителей США не проголосовала. Она должна проголосовать, а все то, что... Ну я же говорю, зачем вы перебиваете? Ну вы тоже перебиваете, давайте уж не будем говорить. Я думаю, что все то, что в большем количестве, которое должно поступить по этой программе, оно уже находится практически возле границ Украины. И доставка его займет, ну, этих, я не знаю, там, пару недель. Все остальное, которое на эту сумму будет, будет произведено на территории Америки. И я думаю, очень многие оружейные компании очень сильно заинтересованы в подписании этого всего. Как, буквально 10 секунд. Когда вы начинаете рассказывать про величие России, меня это вызывает улыбку, потому что та же Мизулина, или как у вас там эту главную потрепу, она рассказала, что у вас даже гвоздей не делается на территории вашей страны. Про какие там достижения? У нас не делается, да, у нас война, мы танки получаем из-за рубежа. Серьезно? С каких это пор? У вас начали СВО наживать... Не, мне все равно. Мне как бы все равно. Если вы говорите «война», прекрасно, значит вы понимаете. Так скажите. Она вообще никак... Никак. Ну, конечно. Во-первых, вот эти 3-2 недели это смешные цифры. Конечно. Составлять месяцы. Месяц. В прошлые разы месяц, вы это можете почитать спокойно, вам об этом объявляли, в этом нет ничего позорного. То, что вы говорите, что у нас 10% гвоздей, но я думаю, вы ошибаетесь, и вы даже не смотрели и не интересовались. Я интересовался, могу сказать, что это не так. На место и название, разумеется, я не помню. Гвозди делают в Российской Федерации? Гвозди не так уж сложно покупать. Когда у тебя под боком Китай. А чипы, все остальное тоже покупается в Китае. А ну, что Китай, кстати, начал отказывать? Значит, ракеты у нас из чего? Из говна сделаны? Наверное, я не знаю, из чего они сделаны. Ну вот именно. А если мы чипы не проделим, то откуда у нас ракеты? И почему? А вы чипы делаете? С каждым разом обстрелы, количество все увеличивается и увеличивается. Чипы в России тоже делают? Делаются примерно такие, которые нужны для ракет. А я не говорю, что это прям сверхмощные. А количество нанометров какое в чипах? Я не знаю, я не разбираюсь. Не знаете, я понял. И все же, если бы у нас не было чипов, мы покупали их у Китая. С которым мы активно торгуем. Прям активно. Вы не знали. А вы не знали? ну, немножко другие, да, Северная Корея, да. Вот Северная Корея, Иран, это более правдиво. Корея вот, поставляет. Иран и Корея, они эффективнее тех ваших 20 союзников. Конечно, эффективнее. Это ж мега страны, мега. Вам не стрёмно, понимаете, что у вас... Главная проблема ЕС – это макулатура. Потому что очень много бумажек надо подписать, перед тем, как что-то должно попасть. Очень. Я думаю, вы с этим спорить не будете? Или будете? Мне просто интересно будет. Немножко вам позже смотреть. Вот смотри, что на поле боя происходит. Если ваш Зеленский объявляет о том, что мало снарядов, нам нужны снаряды. Конечно, он так и говорит. В чем он не прав? В том, что он говорит, что недостаточное количество. Я в чем? Прав? Вам реально недостаточно? Ну. Никто не собирается вам торопиться поставлять их? Поставляют. Ну, недостаточное количество. Поставляет Европа нам сейчас. Америка недостаточное количество поставляет. Европу уже самой, блядь. А, нету вообще, да? На сусеком. Я понял. Прям на сусеком. У вас проблема не снаряда. А в чем? А вам поставляет, у вас техники проблема. Мало техники. Мало техники. А как же при этом малом количестве техники вы не можете идти вперед? У нас мало техники, у вас много техники. У нас мало людей, у вас много людей. А? Думаете, у нас будет наступление? Мы объявляли о наступлении. Не объявляли вы, нет? Авдеевку, после этого укрепились на фронте. Ага. Мы ждем, пока произойдут выборы президента, а там уже все... А потом что будет после выборов? Кто же знает. Не, ну предположение какое есть. Я вам скажу так, если плюс республиканцы в виде Трампа, я думаю, станет хуже, чем сейчас у вас. Серьезно? Я думаю, что... Ты думаешь, Трамп влияет на парламент свой? Сложно. Но когда придет... Трамп, я думаю, это все еще усложнится, потому что уже сам президент будет против постановления. А как же последнее его заявление? А как последнее заявление Трампа о том, что нужно поддерживать Украину и выделить ей 60 миллиардов? Странно, я слышу совершенно другое. Странно, да? О том, что надо вообще прекратить поставки вооружения. Да, с самого начала. Он сказал, что не нужно поддерживать, а НАТО это структура, которая вообще не жизнедеятельная. И буквально через пару недель оказалось, что он забыл эту риторику и начал говорить совершенно другие вещи. Наверное, наступили на яичко. То есть точное заявление о том, что надо к миру идти, то, что он придет, там что-то наведет. Я мало понимаю, что он будет делать и как он будет делать. Я могу сказать точно. Сейчас на фронте выигрышная позиция у России по одной по какой? Если в начале войны вы были технологичнее оснащены, у вас были дроны. Серьезно? У нас дроны появились не так давно. С самого начала нам вообще никто не помогал. Раньше, чем у нас поставили дроны. И не помогая нам, мы смогли выгнать с Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Одесской области ваш... Что, дроны поставляли? В 22-м году дроны. Серьезно. Прям... Серьезно, дроны. Мы еле выпросили Джавелины. Еле вы... Ну, ты помнишь, что в тот момент ваши арсеналы были полны. У вас было много танков, много снаряжений. Боже, как... Пишут, что ты, правда... Ладно, не будем читать. Неважно, что написано. Джавелины. В самом начале нам давали джавелины. И то... Мы вернемся к теме, что вы говорили. Про джавелины. Ты сказал про дроны. Не, я не про это. Я потому что вы сейчас там отвлеклись куда-то. И что? Это страшно? Ну, мне интересно, все-таки мое лицо записывается. Да, твое лицо даже транслируется. Ну спасибо, что прийти сейчас. Ну а что ж такого страшного? Ну, неприятно, знаете, ничего страшного, это общественная. Это общественная площадка, на которой не регламентировано, что человек может или не может куда-то как-то. Это дело можно, не можно, а дело. Написали, что у тебя наколка с Кобеевой на всю спину. Что у вас? Написал, ну, тайные планеты. Ник такой, не знаю, что какой. Ник человек написал, у него наколка с Кобеевой на всю спину. Да, моя тетя. Я понял. Так вот, вернемся. Дроны в начале войны никто не давал. Еле-еле выпросили джавелины. Это да. Сейчас их, мало, да, конечно. А насчет дронов, так и так у вас дроны появились раньше, чем у нас. Это нам дало большое преимущество. На определенном этапе. Насчет джавелинов. Джавелины сделали достаточно интересную вещь. Вы, наверное, часто слышали шутки про мангалы над танками, да? Которые должны были спасти от джавелинов. Прекрасно. От дронов. От каких именно типажей? От дронов. Ведь... А, второй человек пишет, что ты поклонник соловьиного помета. Это правда, нет? Еще раз. Я не смотрю соловьиного, человек мне неприятен. Я понял. Слушайте, как думаешь, люди общаются между собой, я тебе говорю, я просто да, смотрю, прям переписка. Еще надо, если честно, сказать, что-то хочется, а у многих получается что-то делать. Слушайте, если... Человек пишет, Соловей приехал в Белгород и сразу свалил. А что, Соловьев был в Белгороде? Не знаю, мне плевать, где он был. Я сомневаюсь, что он приезжал в Белгород. Вот реально сомневаюсь, учитывая, что прилетает по Белгороду время от времени. Я дико сомневаюсь, что у него достаточно крепость ну, тяжелая. Если он не приезжал, то может он не такой уж идиот. Ну, возможно. То есть мы говорили. Сейчас же РФ нарастила количество дронов у себя. Как минимум, по некоторым данным, которые неточные и вам не понравятся, у нас даже больше дронов. Это ведь преимущество. У нас уже обучаются люди на дроны, вы, наверное, видите. Я думаю, а у нас, наверное, нет, да? У нас, наверное, они... У нас их больше. Посмотрим. Ты знаешь же, самое главное, это конечное, что будет в конце. Как думаешь, в этой войне кто победит? Вот на твое мнение и аргумент... Я реально скажу, что Украина победит. Вы дурак, если так думаете. Я у тебя спрашиваю твое мнение. Я спрашиваю, а вы, ну, я спрашиваю твое мнение. Ну, разумеется, Миша, Соловьев пишет, чтобы говорил, что Россия. Россия. Ну, а вы серьезно? А вот, а давайте так. Если Россия, аргументирую почему. Ну, вот давайте я сказал, я аргументирую, но сначала скажите вы. Вот я... Поверьте, я потом скажу, почему... Меня вашим ответом. Смотрите, я потом скажу после вас, скажу, почему я уверен, что победит Украина. А вы говорите Российская Федерация. Расскажите, а потом я расскажу, почему Украина. Сейчас, что мы видим? Да. Наши войска, наше производство смогло перейти на военные индустрии. Сейчас наша армия переснастилась под более современные стандарты. Дроны. Улучшилась разведка. Сейчас мы видим большинство побед последних находится именно с нашей стороной. Я не буду говорить про Бахмут, он уже был давно, да и Вагнера уже не те. Минобороны. А сейчас мы Авдеевку видели. И то, что Авдеевка на удивление была достаточно быстро взята, не как Бахмут, где там была мясорубка. А сколько брали Авдеевку по времени? Не могу сказать, не хочу брать. Очень долго. Не, разумеется, не быстро все-таки город. Но ну да, Бахмут брали 9 месяцев, Авдеевку чуть-чуть меньше. Ну, такие населенные пункты, ну, такое дело. Но основное наступление... А еще не началось. Не в 9 месяцев. Основное наступление 9 месяцев. Давайте так, Авдеевка была взята, Большой Аска покинули Авдеевку, А сейчас линия фронта не остановилась. Либо нет, скорее всего, просто не идет наступление с нашей стороны. А чего так? Ваш... Не знаю, я не судил на планах. Но сейчас мы недавно видели ваше фиаско с контрнаступлением. А у нас было контрнаступление? Ах, да, ваши СМИ после... Причем здесь наши СМИ? Объявили о том, что это было фейком. Так я вот и спрашиваю, у нас было контрнаступление? Конечно, смеялись мы всем городом на данное заявление, а над тем бесчисленным людей, которые умерли в ходе этого фейкового наступления. Это большое количество? Большое количество людей умерло? Большое. Я не буду говорить точно цифры, потому что их не знаю, но их было немало. А какое точное, уже вы сами рассудите. Да, так и так. Наши данные вы не поверите, а своих у вас нет. Он не объявляет, сколько... А, вот сколько погибло солдат? 35 тысяч? О, боже мой, боже, так интересно. Боже, ну слушаешь его, ну бредятина такая, ну просто бредятина. Дорогие мои, если вам нравится то, что вы видите, я вам рекомендую подписаться, поставить пальчик под стрелом, потому что это важно, учитывая все то, что у нас происходит, все наши прекрасные разговоры на канале. Поэтому призываю вас, если вам нравится, ставим пальчик под стримом. Если хотите поддержать канал, подписываемся на наш канал. Также не забываем про наш прекрасный канал Амонра. Ну что, дорогие мои, я рад, что вы есть. Пошли дальше. Это очень правильно. Пишите, кстати, какие, если вы хотите какие-то вопросы задать, чтобы я задал этим лаптиногим в чате, пожалуйста. пишем, и я с удовольствием озвучу то, что вы спросите. Так, что у нас еще здесь бывает интересного? Так. Черный шахет какой-то, вот даже у нас видео есть его. Франция не против того, чтобы отправили французские войска в Украину. Это сказал глава национальных сборов Франции во время сегодняшнего визита в Одессу. Смотрите, насчет Амонра. На Амонра у нас проходят тоже стримы. Так что нужно подписаться, не забыть, поставить колокольчик, чтобы не пропускать все то, что у нас происходит. Ну что, полетели. Здрасте. Вас не слышно. Вот сейчас слышно. Слышно вашу мышку было, но не вас. Вас нет. Мышку слышно. То, что вы щелкаете мышкой, это слышно. Здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. Я живу в городе Герой Донецке, Российская Федерация. Ну, временно оккупированная территория Российской Федерации. Ну, вы можете говорить сколько вам угодно. Хорошо. Ну, что у вас подгорает сразу, подгорает? Я не могу понять. Ну, не вы же тут живете, а мы живем здесь. Вы же хотите поговорить, не хотите, нажимайте кнопочку дальше и пошли дальше. Разошлись как... Вы можете с утра встать и говорить, Крым – это Украина, Донецк – это Украина, Луганск – это Украина, Запорожье – это Украина, Херсон – это Украина. Одесса это Украина, Харьков это Украина. Можете говорить это, можете говорить с утра до самого вечера. Я же вам не запрещаю. Кнопочка дальше и пошли. Можете позвать меня сепаратюга, там, у меня вопрос к вам. Можете сказать таким образом, разрядиться. У меня вопрос к вам. Если нет настроения, значит кнопочка дальше. У меня вопрос к вам. У меня вопрос к вам. Давайте. В Одессе какой флаг какой страны висит? Где? В Одессе. В больнице? Какой больнице? Каменина, травматология. В Одессе, город Одесса. Какой флаг какой страны? Российский флаг. В ваших мечтах в Одессе висит российский флаг. Владимир Владимирович Путин, наш президент, во сне решил повесить там, решил повесить этот флаг. Мне очень интересно, откуда... Одесса это русский город. И Одесса, он действительно русский город. С каких пор он стал русским городом? С каким, в какой момент он стал русским городом? Я задаю вопрос. Я ответил на твой вопрос, теперь я задаю. Да, потом я задам тоже. Скажи мне, пожалуйста. Мы перешли на «ты». Не надо нервничать. Мы перешли на «ты». Я задаю вопрос. Мы перешли на «ты». Почему? Мы перешли на «ты». До сих пор не в окопах возле Авдеевки. Почему? Возраст, религия или же у тебя болезнь какая-то. Три составляющие, по которым ты не можешь служить в армии. Не можешь быть в Авдеевке, в окопах. Ответь мне, пожалуйста. Все, включил звук. Включил звук, нет? Ну, послушай твою версию. Давай, когда включишь звук, ты мне скажешь, а я тебе отвечу. Я звук тебе и не выключаю. А, тогда же у меня сразу же два ответа. Так слушай, слушай ответ, не перебивай. Слушай, слушай ответ и не... Горит орг, да? Почему? Горит. Ты не служишь, горит. Не горонишь деньги. Вот горит, да, у тебя? Давай, я жду, когда тебя мобилизируют. Еще раз, смотри, ты после, когда выключаешь звук, это очень слышно. Купи себе, во-первых, мышку, которая будет беззвучная. Второе. Я жду, когда тебя, лысого барана старого, мобилизируют. Позиция слабенькая, да? Мы перешли в чем слабенькая позиция? Потому, подгорели. Это в чем? Подгара. Так вот смотри. Смотри, животинка. С 14-го года войны с вами. То есть ты себе сделал бумажку, которая... Заткнись. А, нет, это я тебе выключу звук, потому что ты, животинка, рассказываешь ерунду. Таких баранов, как ты, никуда не берут. Такие бараны, как ты, обычно сидят на диване и рассказывают. То, что ты мне показал фотографию, на которых у тебя там 3 медали за взятие Ашана, какого-то ларька продуктового или чего-либо еще, это твое личное горе, где ты нашел эти медальки. Так вот вопрос, который ты мне отвечал, но не ответил до конца. Ну, так бывает. Бешеный орк. Да, Фаина, бешеный орк. Веселый, но бешеный. Боже, какое чудо. А где ты это... Хиротень. Хиробору эту взял. Зачем ты натянул ее на голову? Это шапка такая, да? А покажи ее с разных сторон. Это как ушанка или как какая тип шапочки? А, ушанка все-таки, я понял. Это чтобы не мерзнуть в Башкортостане, да? Дитя порока, еще раз говорю. Это чтобы не мерзнуть? У тебя холодно дома? А зачем ты натянул шляпу, шапку на голову? Там есть двуглавая птица. Это мутант. У птицы не может быть 2 головы. Это мутант. Аргументируй. Да, птицы 2 головы. Это мутант. У животных и у птиц 2 головы не может быть. В одну сторону вывернутой шеей, вторая у поломанной шеи смотрит в другую сторону. Да, я вижу. Одна в одном мире, ну да. На болоте только такая может существовать, это 100%. А у нас трезуб, это как вилка. Смотри, а у нас вилка. Поэтому никогда страна, у которой на гербе курица, не сможет победить страну, у которых на гербе вилка. Мы всегда курицу победим. Уже давно разбомбили, да? Я понял тебя. Не, я в Уфе сижу. Знаешь такой город? Уфа. Ну вот там я и нахожусь. Кацап, а ты что-то мне решил выпердок коня, что-то мне ляпнуть, да, ребенок? В Уфе провожу некоторые действия, чтобы весело было. Да. Я нахожусь в городе Уфа, и скоро у вас будет примерно как в Крокусе. Крокус, слышал? Вот. А теперь это будет в Уфе. Так что не ходи на праздники никуда. Всякое может случиться. Горе с тобой может случиться. Сиди дома, не выходи. Ой, как бог мил. Боже, где же не тупорыло? Это все. Беда просто с такими. Привет. Привет. Как дела? Да, слава богу, все хорошо. Я понял. Жив-здоров, да, слава богу. Какие вопросы, что хотел спросить, обсудить? Нас наряд, на какие темы ты общаешься? Да. На разные. На разные. Да. Давай обсудим жизнь после смерти. Поговорим с тобой. А тебя что, мобилизирует, что тебя эта тема очень важна? Нет. Ну, так а зачем она тебя беспокоит? Это все равно, что эта тема важна для всех, потому что каждый умирает. Вообще не важна. Вообще не важна. Почему? Ну, потому что ты не сможешь мне доказать, что есть жизнь после смерти, или наоборот. Хорошо. Да? Такой вопрос. Давай я тебе спрошу одну вещь. Слушай, дорогой мой друг, у тебя когда-нибудь была, знаешь, такая вещь, которая называется как я скажу. Когда ты видел этот момент, дежавю. И ты прожил дежавю. У тебя такая половина жизни. Как раз. Ты пытаешься мне рассказать, что это предполагает, что это было из прошлых жизней. Бред сивой кобылы. Следующая стадия — это плоская земля. Почему ты думаешь, что это бред сивой кобылы? Ну, потому что ты поверил в ту сказочку, которую тебе рассказали. Ни одного физического доказательства, что есть жизнь после смерти, ну, назовем это жизнью, да, так называемого сознательного «я», не существует. Нету. Как ты можешь доказать физически то, что не является физическим? Вот вопрос. Значит, его нет. Значит, его нету. Еще раз говорю. После смерти нету рая и нету ада. Нет ничего. Я думаю, что да. Я тебя понял. Теперь у меня такой вопрос. Ты переживал момент дежавю? Возможно, не знаю. Ну, у тебя были такие моменты, что ты знаешь, что сейчас скажешь, что сейчас будет, это. И то есть такие моменты, они, если ты находился в тот момент, что ты понимал, что это что-то ты делаешь, то... Какая херотень, боже мой, хай, я не понимаю, ну откуда у них в голове вот эта ерунда? Привет. О, вы космос видите? Нет, это просто обои на стене. Жалко, хотела космос сыграть. Хорошо, что означает под кнопкой Ютуба 400? Ну хотя бы, ну а как вы думаете, что это может обозначать? Если это ничего, то это число. А вывод какой? Вы хотите 400 подписчиков? Нет, они уже есть. Это как бы кнопка, знаете, как будто мне Ютуб сам подавал. Прикольно, да, придумал? Ладно, я скидываю. Ну такое. Не, ну все-таки 400. Или ты хочешь, чтобы на стриме было 400? Да. Нет. У меня просто 400 подписчиков чем-то. Было бы, конечно, хорошо. Это, представляете, какая аудитория? А как давно у канала, на котором 400? По времени как? 40 с чем-то я веду активно. Ну, не 40 дней? Естественно, я. Ну да, 40 с чем-то дней. Ну, естественно... Теги, хэштеги ты нормально... Вот так вот делать. Теги, хэштеги нормально прописываешь. Теги, хэштеги? А куда? В название прям? Просто задаю тебе вопрос от меня, у которого 4 канала, и на среднем канале чуть больше 40 тысяч. Вопрос, теги, хэштеги ты прописываешь, правильно? Наверное, нет, не знаю. Ну, потому что если он будет правильно все сделано, то 400 за месяц это очень мало. Ну, как бы не критически, но надо, чтобы хотя бы, ну, блин. Ну не знаю, ну 1000, ну это так. Ну понял. Не, дай бог, чтобы пошло типа хорошо, там, со всеми делами, не важно. Я вроде в описании все возможные теги планеты Земля написал. А какая тематика канала? Я просто веселюсь, юмор, стихи. Я понял, такое дело. Да. Возможно, будут какие-то вопросы, хочешь что-то спросить, узнать. Ну, я же говорю, юмор, вы тут более серьезный человек. Микрофон нужно чуть-чуть ближе к тебе. На микрофон нужно поставить паук. Паук? Паук называется, да. Потом можешь записать... Нет. Вот эта херня, да, короче? Которая, да, от вибрации. И его, он у тебя стоит вот так, а тебе его нужно как бы вот так, чуть-чуть сделать. Потому что... Вот так говорю? Нет. Еще раз. Микрофон. Ну, это мое видение. Ты делаешь так, как ты считаешь нужным. Вот он сейчас у тебя вот стоит. Я бы его направил бы... вот ты сидишь вот так. Немножко на правую твою плечо. Но звук, ну, нормально, все хорошо. Неважно, короче. Тебе нравится и делай так, как ты считаешь нужным. Я просто о картинке, о самой картинке говорю. Самого микрофона и тебя. Он просто не 360 градусов, он направлен. Куда у меня рот направляется? Ну вот, вот эта штука. А марка микрофона какая? DX-80. Я понял, у меня HyperX. Ну хорошо, все замечательно. Я не знаю. Шорты выкладываешь? Да. Шорты очень полезны для набора подписота. Прям. Ну что-то. Когда как? Иногда 0, иногда 10 тысяч, не понимаю. Ну. Такое дело. Надо смотреть по времени, когда ты выкладываешь. Куча других моментов. Чисто как выложил, так и выложил. Да пойдет все. Все будет хорошо. Ладно, какой-то вопрос будет, да побежим дальше. Да, нет, все хорошо, давайте все. Угу. О, стоп. Человек спрашивает, как название твоего стрима ты пишешь? Ну вот, все. Тайны планеты. Название стрима? Название стрима, да. Чат-рулетка, экспедиция к племени Тютя-Фрутя. Прогулка по планете Тютя-Фрутя. Ну, не к планете, а просто экспедиция к племени Тютя-Фрутя. Тебе человек говорит, тебе нужно поменять название, чтобы ты написал прогулка по планете Тютя-Фрутя. А что изменится? Ну... Человек знает, наверное, что-то. Может быть. Все? Да, все, давайте. Счастливо. Все, удачки, давай. Тутя-фрутя. Чего тутя-фрутя? Ну, слушайте, позитивный такой мальчик вроде, да? Нельзя сказать, что он какой-то такой-то. Ладно, давайте еще одного, и на сегодня будет все. Давайте, дорогие мои. Я так понимаю... Тайна планеты, вы там что-то мутили, да? Что у нас время от времени народ забегал. Очень хорошо было, кстати. На пике чуть ли не 24 было. Потом тоже там какое-то количество. Да, на пике 24. Вообще хорошо. Прям было безумно приятно в этот момент. Ну. Так, хорошо. Да, надо просто чаще выходить, тогда будет все хорошо. А что же мы выходим по выходным? Да, я заметил ваше движение. Вы молодец. А чего это я вот прям просрал? В этот момент мы что-то говорили. Мы говорили. Привет. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Кто понять себя? Бисмиллахи рахим. Что нужно сказать в середине? Не понял. Вот предложение. Скажи мне, пожалуйста, что я должен вставить в середине. Первое начало. Бисмилля. В конце ар-рахим. Бисмилляхи рахмани рахим. Машалла. Ну, было интересно. Не, а многие, знаешь почему? Я скажу. Аллаху маясани кулимасну. Все суры, кроме одной, начинаются именно с этих двух стричей. А знаешь, какая сура не начинается именно с этого? Бисмилляхи рахмани рахим. Какая? Ат-Тауба. Я тебя православленный, специально научил, чтобы ты мог, допустим, знать от столба. По-русски она называется от столба. От столба. Да, можешь по интернету посмотреть, но я сейчас вспомню, как от столба. А, типа неверно? Покаяние. А, покаяние. Я почему спросил, потому что многие говорят, что они мусульмане, а когда я у них спрашиваю... Я знаю, короче, да. Я знаю, короче, много кто это... Кто говорит, да. Да, короче, надо брать твое здоровье. Это не алкоголь, это просто стеклоочиститель, да. Дон. А ты что, в стае этого заднеприводного Кадырова? Нет, конечно, я русский, да. Ну, дятина, конечно, ну, дятина, согласен. Да, я русский алкаш, старый алкаш, бомж, короче. А зачем ты говоришь, Дон? И будешь говорить только один дурачок. Зачем ты повторяешь за ним? Ну, получается, два дурачка. Да. А, все-таки получается два. Я понял. Ну, быть добру. Ну, быть добру. Ну, можно тебя спросить? Да, конечно. И все. Можно спросить, да. И все. И завис. Хотя изображал... Ух ты, класс. Ух ты, прикол, да. Хороший фон. Вообще классно. У вас тоже неплохой. Это не фон, это обои в комнате. Вот стык стены. Да, 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 я вижу, я тоже сейчас решаю, как делать. То есть, такое. Хорошо общаетесь? С россиянами говорю про всякую. Я как довожу их до Цигундера, чтобы им было херово, а мне хорошо. Да, не долбоёбы. Ну, как бы... Да. А, вообще не идут на контакт, капец, короче. Просто жопа. Да, нормально, пойдет. Вы в каком районе живете? Святошинска, Киева. А вы? Я с Киева, только не со Святошинского. А откуда? Не со Святошинского. А откуда? С другого берега. А, слева. Это у нас есть такая шутка, короче, блин. Красивых мальчиков оставляли на правом берегу, а некрасиво скидывали на левый, короче. Ну, это так, це числа шутка, короче. Я зрозумів. Кацапи не зрозуміють ці шутки. Да вообще пидоры, что-то вообще не ведутся вообще. А чё? Так, конечно, у вас же на фоне с правой стороны на украинском языке подяка. Вы бы её сняли бы. А, нет, тут это пограничника, тут такое. Мен там зараз я там прикалывался, мене ще дві подяки еще раз, ну, где-то з 14-го года. Одна від правого сектора, короче, одна від партії регіонів, короче. Я там просто вообще, просто нонсенс такой. Ну, все нормально. Я понял, хорошо. Ну, все тут є. Слава Україні. Героям слава. Так, давайте. Єбаш ти, бля. Да. Підемо далі. Все, давай, да. Блін, видите. Прямо чоловік з Києва, це хорошо. Не забуваємо підписатися, поставити лайк. Не забуваємо про канали Хунта Київ. І також не забуваємо про канал Амонра. Заходим, комментируем, подписываемся. Это важно. Пошли дальше. Еще раз, вы можете в чате написать какие-то вопросы. Я эти вопросы озвучу с удовольствием. О, у нас отбой воздушной тревоги. Видите, как хорошо. Что-то РПЦ, это Русская Православная Церковь, разослала священникам письма прям с настановой такой, знаете, каждый день читать молитвы за Святую Русь устно с просьбой помощи России над Украиной во время Большого Поста. За неисполнение указания священников могут убрать с него сан. Это первый случай, когда мы видим официальный документ, который регулирует внутреннюю церковную поддержку войны. Читаю. В связи с поступающими вопросами с просьбой разъяснить порядок чтения молитвы о Святой Руси в будни дни Великого Поста по благословению святых. Беда, беда, огорчение. Православие и зомби какой-то у них, это точно. О чем ты говоришь? Здравствуйте. Привет. Сам себя слышу, переключаюсь, неинтересно. Чтобы звук был хороший. Канада, Виннипег. Здрасте. Чего так? Что Россия пидорасы? Ну, бывает такое, что ж делать. Ну, есть там же две части. Одни на крейсере Москва. Вот те, которые на крейсере Москва слушают концерты Кобзона, те нормальные. А вот те, которые еще живые, то такое. Я простовал, он мне говорит, ты показываешь, отворачиваешься и стыд ебать. Ну, что ты мне показываешь, говорит, это пиздец, просто. Это бывает. Ну такое. Какая у вас там температура, кстати? У нас сегодня тепло. Тепло уже? Я понял. Хорошо. Я понял. Ну, я не знаю, в чем, ну... Хорошо, что тепло у вас. Здорово. Привет. Ну, чё, как дела? Не жалуюсь, хорошо. Как у тебя? Хорошо. Ну, хорошо. Как у тебя, говорю? Как у тебя, говорю? А, у меня за всё ништяк, всё по приколу. Все по приколу жизнь, да? Все по приколу жизнь, да? Так и жизнь проходит. Ну, а что сделаешь? Кому сейчас легко? 100%. 100%. Надо балдеть, пока есть. Да. Завтра призовут тебя. Защищать путь Путина. И все, и жизнь закончилась. А, чего ты взял, что меня призовут защищать? Не пойдешь, нет? Не пойдешь? Нету, почему? Я в армии не служил. И чё? Ничего, послужишь? И то. И послужишь? Я стою последнего. Я сходил в военкомат. Я пойду, когда баб призовут. А, тем на их уровень поставили, да? Ну, а чё нет? Разве хуёво? Немножко... Можно без мата? Я понял. Не, годен. И все. Я понял тебя. И похуй. Ко мне какие-то вопросы есть у тебя? Хочешь что-то спросить, узнать? Да ну хуй его знает. Фу, не можешь не материться. Какие сколько можно матов? Какие к тебе могут быть вопросы? Я не знаю. Ты, ну ты, я смотрю, ты сам еще призывного возраста, хоть и посидел рано. Угу. Сам с Украины, так что тебя еще самого могут в танк посадить. По росту не влезу. Сколько рост? Достаточно. Достаточно. Ну что, выше 1,80 м? Да. Ну и хер с ним, на танк посадят. На танк. Будешь ехать сверху, как пехота. И смотреть, где там ты, да? Ну а что сделаешь? Кому сейчас легко, опять же. Даже не смешно. Даже не смешно. Так, друзья мои. Давайте, на сегодня все. То есть с этими глупышами очень трудно что-то не получается. Так, не забываем подписаться, поставить пальчик под стримом. Если хотите помочь развитию канала, вот у нас есть QR-код. Также есть ссылочки в описании. Не забываем каналы Хунта Киев и канал Амонра.